Я что так низко, Никит? Повыше, повыше! Что так высоко, пониже? Да вы что делаете? Вот, на уровне лица. Вот, да, все, нормально. Раз, два, три. Поленова! Лови! Приветствуем вас, наши дорогие родители. Сегодня у нас продолжился праздник спорта «Стритбол-шоу». В первой половине дня прошел финал средней, старшей и младшей группы. Соревновались самые сильные команды. Вашему вниманию мы представляем результаты. В нашей группе абсолютными победителями стала команда «Ритуза» из провинции Земляничная Поляна. Состав – Ключарева Дарья, Найденышева Василиса и Смирнов Петр. Второе место – команда «Поленовские дроиды» провинции Земляничная Поляна. Состав – Шахов Глеб, Жигульский Гриша и Харибин Ваня. Третье место заняла команда провинции «Лимония» под названием «Лимония», в составе которой были Малакеева Софья, Гуравская Анна, Елагин Василий и Брусалевич Армен. В средней группе первое место заняла команда Лос-Анджелес Лейкерс, в составе которой играли Ерменко Кирилл, Дашков Максим и Гордеев Александр из провинции Гасконь. Второе место заняла команда Твикс, которая состоит из жителей провинции Радужная, Ковальский Егор, Литвин Миша и Касаев Влад. И третье место заняла команда из провинции Энская «Огненные ежики», в составе которой были Володькин Роман, Некрылов Максим и Жоба Максим. И теперь старшая группа. Первое место заняла команда провинции АБР «ДСБ», в составе которой Старцев Антон, Юриков Никита, Балашов Лев и Балашов Кирилл. Второе место заняла команда «Тринга» из провинции Радужная. Команда состоит из Зимина Вани, Шахова Германа и Подкуйка Арсения. И третье место заняла команда «Пупочки» из провинции Монтана, состоящая из Мельникова Гриши, Колеватого Саши и Казинского Андрея. Среди женских команд в Детской Республике выделилось две. Первое место в старшей группе заняла команда «Разбойницы» из провинции Монтана, в которой участвовали Александрова Настя, Дмитриева Даша и Наумова Даша. Второе место команда «Борис», в составе которой Овчинникова Алена, Санько Лена и Егорова Алена. Во второй половине дня должно было состояться купание в бассейне, но из-за изменения погодных условий посещение бассейна отложилось. Но мы не унываем, ведь погода все равно стоит отличная. Теплый август только начался, так же, как и наша смена. Спасибо за внимание, следите за новостями, до новых встреч!